Тяжело вставать с утра с правой ноги, а все потому, что левой нету. Я надеюсь, ты про левую ногу понял, что это был пиратский черный юмор. Кстати, да, ты когда-нибудь курил мыльные пузыри? Старина, ты курил, а? Да. Куда катится мир? Но так как я пират на СТО, мне положено курить трубку. Точнее, я ее не курю, я в нее дую. Мыльные пузыри, они же надуваются. Значит так, под капотом у нас ничего нету, надо посмотреть корму. Разворачиваем. О, у нас проблемы, Хьюстон. Всегда знал, что бананы спасут мир. Не, ну целый банан это, конечно, грех использовать, поэтому... Вот так пойдет. О, огонь. Лаки босс решил проблему на раз-два. Мусор мне здесь незачем. Вот так вот. Вау, все газы ушли в салон. Ну-ка, я здесь вытянул. Там нету. Заткнул. Ништяк, прям как заказывал клиент. Так, что же дальше-то делать надо? Проверю-ка я руль, значит. Вот, крутим влево, крутим вправо. Глючит немножечко, но ничего, это нормально для такси. Поддадим газку. Вроде едет, ну и хорошо. У клиента были жалобы на то, что машина не едет. Сейчас мы это исправим. Вот так. Ему теперь вообще на педаль газа давить не надо. Ох, смотри, все едет. Все нормально. Вот так вот, чтоб наверняка. Если надо в салоне устранить запах, поможет банан. Сейчас повесим тебя вот тут вот. Вот это надо снять туфту. А это одеть. Вот так. Вот так вот больше аромата будет. Все, ремонт окончен. Можете забирать свою рухлядь. Ага, и тебе сделал пути. А чё у него колесо влево смотрит? А, блин, это ж я за... Ай, да фиг с ним. О-о-о, ну как так ездить-то можно, а? Колесо хана, надо бы его заменить. Капец. Надо бы каменное влепить. А, где оно? А, опачки, а что это такое зелененькое? Ну-ка. Сейчас, ну-ка. Солененькая, может, рассольчик разлил кто? Ну, вот это другое дело. Жестко, но зато надежно. Клиентка мне дала стакан, говорит, налейте-ка мне что-нибудь выпить. Сейчас я ей намочу коктейль. Замиксую так, что она потом в неделю в туалет не сможет ходить. Так, вот это вот антифриз и жогово. Не, ну а чё она думает о себе вообще? Я чё, бармен ей, что ли? Вообще не по адресу обратилась. Нормальный коктейльчик получился. Мадам, ваш коктейль готов, держите. Thanks, human. Это комплимент от автосалона. Вы еще включено, как говорится. Мадам, пожалуйста, вот ваш чек. Это включая допы, то есть вот это вот все, все, что я сделал, и плюс мой фирменный коктейль. С вас 6837 долларов. Счастливого пути, мисс. Давай, вали уже. Пока-пока. Вот засранка, а? И кто теперь это будет убирать, а? Хорошо, что я ей вместо бензина масло залил. Приехал, короче, клиент, говорит, протюнь мою тачулю. Я, типа, хочу крутую тачку. Ну, в общем, не вопрос. Поехали. Красим в золотой цвет, хоть это и желтый. Ставим крутые брутальные колеса. Старый хлам, конечно же, оставляем нашему клиенту. Делаем вторую выхлопную трубу. Огонь.
Как у трактора. Чувствуется же рука мастера, да? Чё по поводу фар? Я думаю, что в этой тачке они просто не нужны, поэтому выкручиваем. Да ты только глянь, какой зверь, ух! А приоткрытый капот придает немножечко такой злобы, оскала. Главное, чтобы этот капот на скорости не откинулся на лобаш. Ну вот и все. Протюненная точила с колесами от пончиков просто укатила на аутопати. Тут, короче, это, начальник думает, что я этот художник, вот. Поэтому поручил мне задание сделать вывеску для нашего СТО. Сейчас я ему такую вывеску намучу. Он потом на нее до конца своей жизни будет смотреть. Что бы на ней нарисовать? Босс мне перетарабанил здесь красочки с кисточкой. Сейчас мы наваяем. Пузырнем только немножечко, вот так. О, да. Хочешь, не? Ну-ка, хочешь. О, да. Все, можно рисовать. Чтоб жопа рука. Уронил. Такие ценные красочки уронил. Между прочим, тысяч баксов стоит. Так, все, я начинаю ваять. Не трогайте меня ближайшие сутки. Чтоб нарисовать-то. Каким цветом еще самое главное? Давай. Начнем. Блин, даже списать не у кого. Точнее, срисовать. Ладно. В детстве я видел одну картину крутую. Называется... Та-дам! Это квадрат Малевича. Только я его сейчас разноображу немножечко. Так, это сюда. Во, похоже на краба. А какая-то ерунда получилась. Художник из меня как из воды компот. Я, конечно, понимаю, что тут что-то должно быть написано, но и черный квадрат тоже сойдет. Забирай свои инструменты, все готово. Какой шлем? Да тихо ты, тихо, не паникуй. Дай мне свой шлем, Отдай шлем, говорю. Капец. Приехала, короче, гонщица, говорит, я прям с трека сюда заехал и на СТО, мне срочно нужно поменять шины, а то они у меня пробиты. Ну чё, выручим девочку. У меня тут как раз есть такие вот хорошие колеса с заплатками. Как раз для гонок, надолго хватит. Во, как родные. Так, а чё бы ей еще поставить, от вездехода что ли? Место занято, ну значит это судьба, значит поставим от вездехода. Огонь! Тут от вездехода, там с заплатками. Просто для всех типов дороги подойдет. А с этой стороны деревяшку воткну. Как колесница. Ты посмотри прям. Надо было все в круг такими деревяшками сделать. Ну и последнее колесо. Нет, гламурное я не хочу колесо ставить. Лучше в подарок отдадим. Так. Давай поставим. Во, пиксельное. Смотри, какое квадратное. Как из Майнкрафта. Сейчас воткнем. Вот так вот. Нафиг тебе аккумулятор. Вообще и фильтр тоже, и клапана. Вообще все выкидываем, масла выкачиваем. Чем меньше в подкапотном пространстве барахла, тем быстрее машина поедет. Или вообще не поедет. По инструкции сказано залить еще энергетик в бензобак. Ну, наверное, для нитро. Сейчас попробуем. Так. Забыл. Максимум скорости от энергетика. На самом деле, я бы его лучше выпил. Так, и сюда тоже польем, а то тут воняет чем-то. Да вообще всю тачку польем. Осветим, так сказать, ее энергетиком. Да прибудет с ней скорость. Конечно же, еще бензином польем, чтобы бензин не кончался. Все, господа, есть спички. Спички надо. А то ритуал не получится. Без пламени никак вообще. Чё-то мне это колесо не нравится. Лучше без колеса. Его вот сюда закинем, на всякий пожарный. Все, машина готова. На выезд. Блин, колесо отвалилось. Ай-яй-яй-яй-яй. Бензобак забыл закрыть еще. Эй, Васа. Все, на свой чек и вали давай отсюда. Проваливай. Не стоит благодарности, я сделал все, что было в моих силах. Прощайте, освободите место, вот вам еще вдогонку энергетик. Удачных вам гонок. Надеюсь, она займет первое место с конца. Большущие скидки на весь ассортимент СТО, поэтому клиент попросил всего и побольше. Ну вот ему всего и побольше. Единственное, только ему места в салоне не хватит.
Так, осталось только аккуратненько двери закрыть. Вот. Да! Ай да мастер, ай да молодец я! Блин, вонючку забыл в салон. Эх, ладно, сейчас будет миссия невыполнима. Упс, кажется, кому-то что-то сломало. Так, открываем тихонечко. Эй, все вываливается, блин. Так, тут у нас как раз есть вонючка. Сейчас аккуратненько это все запихаем, это снимаем. Елочку вешаем. Огонь! Мадам, ваша тачка готова. За вас 8408 баксов. Это за все, что я вам туда напихал. Вот поэтому, пожалуйста, приезжайте к нам еще. Офигеть, она туда залезла. Ой, это была умора. Каких я клиентов только не видел, но этот просто побил все рекорды. Просит, чтобы я ему музыкальный инструмент запихал в глушак. Ну ладно, чё, хозяин барин. Как попросил, так и сделаем. Yo, my hood's looking empty. Да, бывают же люди. Уехать с дудкой в глушаке, капец. Здорово, это мой дневник механика. Буду вложить, как говорится. Сейчас трубку только возьму. О, так солиднее. Ну что ж, пойдем со мной. Кое-что тебе покажу. Все-таки последний день в автомеханиках хожу. А то ж меня поперли. В общем, есть у меня одна идейка. Гляди, я сейчас затолкаю камеру. Вот сюда. Вот, да, вон туда. И хочу посмотреть, что с ней станет. Так, ты только ничего не бойся. Сейчас я ее кладу вот сюда. Вот так. И закрываю. Ну-ка. Да. Какая же ты скукотища. С камеры ничего не произошло. Тогда сделаем по-другому. Если что, вызывай МЧС, окей? Все, я полез. Так. Пониже сделаю. Чтоб видно было лучше. Огонь. Лезу. Вот. И закрываю. Вот так вот. Тяжело. Да что ж такое? Вот так. О, тут круто. Да слушай, ну со мной, по-моему, ничего не случилось. Все, вылазю. Опа. Слушай, короче, эта фиговина чуть не работает. Ну и фиг с ней. Давай я лучше тебе покажу наше СТО. Вон там вон наша вторая рабочая зона. Да. Там обычно, кстати, босс возюкается. А здесь место босса. Смотри, там бабосики валяются. Там его комп, кафешка и принтер, кстати, тоже. Принтер, смотри, зачетный принтер, между прочим. Вот. Там у нас мусорка и там у нас кухня для клиентов. Вот. Ну, в принципе, как бы вот и все. Ну что ж, пришло время прощаться. Кладу камеру в свой багажник и поеду на новое место работы. Так что пока. Все. Увидимся в следующем видосике. Вжух. Вжух. Как-то, как они там делают? Блин, только камеру заляпал. Ай. Ох уж эти влогеры. Пока-пока, камера. Ай, долбанный багажник.